Тренировка в самом разгаре. Команда «Химки» Подмосковья активно готовится к новому баскетбольному сезону Суперлиги 1. Разминаются, отрабатывают технику и броски под руководством своего наставника. И ты смотришь, если он пошел под кольцо, ты в любом случае вниз. Если он наверх выходит, тебе передача. Олег Резвый 5 лет работал с молодежной командой «Химки» Подмосковья. Новый опыт. Но с ребятами уже знаком не первый сезон. Многие его воспитанники и тренер готов вести команду к новым высотам. Руководство решило дать шанс своему тренеру. Как бы мне, наверное, так как игроки все практически мои, ну, наши химкинские ребята, и давно с ними работаем. Как бы это интересный опыт и для них, и для меня показать себя. Совсем недавно игроки вернулись со сборов в Кисловодске, где не только смогли отточить мастерство на баскетбольной площадке, но и заняться специальной физической подготовкой на свежем воздухе. Зарядка, бег, ходьба в горы – насыщенный график. Сбор был как и баскетбольным, так и физическим. Мы и легкой атлетикой уделили внимание, так и техническим элементам. Немного отработали комбинацию. В принципе, все прошло хорошо, самое главное – без травм. Впереди у команды нелегкий сезон. Начнут с товарищеского турнира. 26 сентября стартует традиционный кубок памяти Александра Петренко, который был капитаном БК «Химки». Он трагически погиб в автокатастрофе в июле 2006-го. Все эти годы его помнят и чтят. В честь лидера команды проводят матчи. Наш друг Сашка, мы вместе с ним играли, и Михаил Соловьев, и я вместе играли в одной команде за «Химки». Как бы он трагически погиб, и мы каждый год проводим этот турнир. Я думаю, что это будет такая вот у нас уже реальная подготовка к началу чемпионата. На Кубок Петренко приедут серьезные соперники – команды МБА «Москва», «Купол Родники», «Ижевск», «Зенит Фарм», «Санкт-Петербург». В октябре официально откроют баскетбольный сезон. Главная задача игроков «Химки» Подмосковья – попасть в плей-офф. На химкинском паркете пройдут матчи чемпионата Суперлиги 1 и Кубка России, в котором выступает команда Резвого, а также Единой Лиги ВТБ, в том числе и молодежной, где сыграют «Химки-2». Основная команда клуба проведет матчи Единой Лиги ВТБ в «Химках». Встречи в рамках Евролиги будут проходить, как и в прошлом сезоне, в Мытищах. Алена Беляева, Матвей Шинкаренко, служба новостей.